Агентурную сеть террористической организации ЛНР раскрыла Служба безопасности Украины. В ее состав входили трое жителей Луганской области. Один из них ранее судим за умышленное убийство. Задержанные собирали информацию о дислокации, перемещении, количественном составе вооруженных сил Украины в районе проведения АТО и передавали данные своим кураторам на оккупированной территории. Ранее СБУ ликвидировала информационную сеть террористов, так называемой ДНР. Информацию я собирал через свою знакомую в городе Папа-Папасна и передавал представителю